Сказать, что маленькие непоседы приходят сюда с удовольствием, не сказать ничего. В отделении реабилитации для детей с ограниченными возможностями здоровья в поселке Развилка сделано все, чтобы малыши чувствовали себя комфортно. Это для взрослых все звучит по-взрослому. Психолог, логопед, специалист по реабилитации. А для ребят это люди, с которыми можно здорово провести время и поиграть. Уже есть соединение. Давай попробуем сюда их. Представляй сюда треугольнички вместе с палками. Вот эти вот штуки надо сюда. Посмотри, пожалуйста. Но если раньше мамы и папы просто сидели в коридоре в ожидании своих чад, то теперь и для них придуман полезный формат. Ведь в стенах реабилитационного центра дети проводят только несколько часов. Все остальное время с родителями. В апреле запустили школу развития, школу психологического развития для мам. Они могут поддержать, да, своего малыша дома и оказать ему первую помощь, в лечебной физкультуре, помощь по здоровью и также психологическую помощь. Лекции проводят как работники отделения реабилитации, так и приглашенные специалисты. Здесь все максимально демократично. Если что-то непонятно, можно задать уточняющий вопрос. А у детей своя программа. Отдохни. Творческий подход к организации работы отделения проявился и во внедрении еще одного направления деятельности. Недавно здесь открылся детский клуб «Улыбка», услугами которого уже активно начали пользоваться жители Развилки. Мы там занимаемся, лепим, рисуем. Мы даем родителю, маме, папе посетить торговый центр, погулять, насладиться друг дружкой, да, так можно сказать, сходить в ресторан. Мы в это время забираем малыша и проводим с ним досуг. Более 40 детей в месяц посещают отделение реабилитации, и сотрудники заведения делают все, чтобы их занятия проходили интересно и были максимально эффективны. Максим Козлов, Сергей Ларин, Екатерина Давлятова. Видное ТВ.